Сегодня тираспольский «Шериф» сыграл первый матч в Лиге конференции со словенской «Олимпией». Он прошел в столице Словении – Любляне. Эта встреча стала дебютом для нового наставника «Шерифа» Мислава Караглана. За игрой следил Александр Большаков. «Шериф», к сожалению, крупно проигрывает со счетом 3-0 в матче Лиги конференции с «Олимпией». Наша команда практически ничего не смогла предложить в атаке. Всего лишь один удар в створ мы нанесли, а «Олимпия», в свою очередь, подловила нас на ошибках. В концовке первого тайма вратарь Альтуми отдал неточную передачу, пришлось фалить в штрафной, в итоге пенальти, и прямо под занавес первого тайма мы получили первый гол. Во втором тайме побежали отыгрываться, но на контратаке словили второй, там практически выход 1-1, вратарь снова ничего не смог сделать. И третий мяч, очень сильный удар из-за штрафной, по такой выходящей траектории непонятной, хоть мяч и попал прямо в центр ворот, но Альтуми не смог среагировать. Стоит отметить, что новый тренер Мислав Караглан внес изменения и в схему, и в состав нашей команды. Рока Юришкин получил свои минуты, Нгом Бекили, который практически не играл. Ядей восстановился после травмы, играл слева, а под центральным нападающим Питер Адема, который как раз таки обычно играет на острие. Он забил 2 мяча в матче с Дачей Буюкань и свое игровое время получил, это было ожидаемо. Но в матче с «Олимпией» никто из этих нападающих отметиться не смог, и, к сожалению, мы проиграли. Ответный матч 15 августа в Тирасполе. Александр Большаков, ТСВ.